Наше государство, наш народ тысячелетиями распространял Божий свет, помогал распространять монотеизм, даже до того, как мы приняли христианство. В верховьях Евфрата царь Трдат III крестил не только армян, там были князья грузинские, были албанцы, то есть нынешние лезгины, были аварцы, были аланы, нынешние осетины, были абхазы. И мы несем ответственность за эти народы. Это тоже часть нашего пути, нашего предназначения.